Беспокойство и раздумья создают напряженность и отнимают энергию. Намерение в действии, напротив, рассеивает энергию потенциала и закачивает ее в энергетическую оболочку человека. Вы можете убедиться в этом на примере обучения. Зубрюшка отнимает много сил и мало что дает. Зато обучение в действии, когда выполняется практическая работа или решение задач, не только не истощает, но приносит вдохновение и удовлетворение. Намерение разделяется на внутреннее и внешнее. Внутреннее намерение подразумевает активное воздействие на окружающий мир. Это решимость действовать. Внешнее намерение – это решимость иметь, когда мир сам подчиняется воле человека. Беспокойство и раздумья создают напряженность и отнимают энергию. Намерение в действии, напротив, рассеивает энергию потенциала и закачивает ее в энергетическую оболочку человека. Вы можете убедиться в этом на примере обучения. Зубрюшка отнимает много сил и мало что дает. Зато обучение в действии, когда выполняется...